Добрий день, шановні присутні! Ми раді вітати вас на фіналі обласного онлайн-турніру інтелектуальних ігор «Що, де, коли», який проходив протягом лютого-квітня 2015 року, проводився Департаментом освіти, науки та молоді облдержадміністрації спільно з Миколаївським обласним телебаченням. І сьогодні ми зустрілися у фіналі з найкращими командами, які вже грали на телебаченні у півфіналах. Перший півфінал, другий півфінал, стали переможцями цих півфіналів і сьогодні зустрілися у фіналі. Я вітаю щиро вас, я бажаю вам успіху, ви молодці і я думаю, що сьогодні все теж буде дуже-дуже добре. Бажаю вам успіху! Дозвольте представити вам нашу чарівну ведучу, керівника клубу інтелектуальних ігор Університету Україна Тетяну Олександрівну Макаронову. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я с удовольствием представляю вам наше сегодняшнее жюри. Это проректор Университета Украины Миряха Галина Ивановна. Игрок команды ВКонтакте, чемпион Николаевской области по играм «Что, где, когда», «Брейнринг», «Эрудит квартет» и своей игре Корулов Максим Владимирович. Музыкальный руководитель детского дошкольного учреждения номер 93 «Юбилейный», ведущая солистка народной вокальной и музыкальной студии городского дома учителя, победитель украинских музыкальных конкурсов и фестивалей Ковалева Наталья Викторовна. Председатель нашего сегодняшнего жюри. Главный специалист Департамента образования, науки и молодежи облгосадминистрации Демиденко Татьяна Анатольевна. В финале у нас встретились такие команды. Команда, которая представляет Веселинова. Команда, которая представляет Первомайск. Команда, которая представляет Очаков. И команда, которая представляет Новую Одессу. Ну, хочется отметить, что для Первомайска и Очакова это первый такой серьезный успех. Это не только первое попадание за 3 года в восьмерку, но и первое попадание в финал. Поддержим команды. И перед тем, как мы начнем игру, я хочу выразить огромную благодарность депутату Борису Козырю за материальную поддержку нашего турнира и огромную благодарность Приватбанку «Юниор» и лично его директору Страницкой Наталье Валерьевне, которая предоставила нам все сегодняшние замечательные призы и на полуфиналы. Большое вам спасибо. А сейчас мы приступаем к игре. Первый конкурс – это разминка. Хищный брат собаки. Орган обоняния. Нос. Длинные волосы на шее лошади. Грива. Кусок мяса без костей. Стейк. Филе. Да. Картофель в жире. Фри. Шапочка младенца. Распашонка. Шапочка, девочки, буксуны. Уважаемые жюри, это таки чепчик. Фонарь автомобиля. Фонарь. 45 минут футбола. Стайк. Отверстие в коже. Поры. Ее наводит колдунья. Порчик. Спасибо большое, команда. Перечень букв в ряд. Алфавит. Орех, утоляющий жажду. Кокос. Кокос. Краткая застольная речь. Тост. Тост. Ткань на мольберте. Холст. Молодец. Спрятанные в поле войска. Разведчик. Нет, это засада. Средневековый атеист. Инквизиция. Это еретик.
Пустота в дереве. Дупло. Страстный болельщик. Фанат. Да. Между Мини и Макси находится. Мини-макси. И Миди. Миди. Опахала кокетки. Веер. Веер, спасибо большое, команда. Железная веревка. Трос. В штанах его видел только Маяковский, а мы на небе видим. Месяц. Его. Это облако. Усач под плинтусом в кухне. Таракан. Остров без середины. Атолл. Атолл. Ров, спасающий бойца. Окопы. Да. Диаметр дула. Калибр. Калибр. Бикини, но не купальник. Стринги. Это тоже атолл. Сын Дедала. Икар. Там финны парятся. Баня. Финская, как называется? Баня. Сауна. Понимание комического. Юмор. Юмор, начальная буква имени, отчества или фамилии называется? Фио. Инициал. Инициал, спасибо большое. Прибор, задающий темп в музыке. Шпионка Мата. Королева Голливуда Элизабет. Обувь крестьян в старину. Следуют за осадой. Чин священнослужителя. Международный договор. Это пакт. Человек-конь. Кентавр. Рюкзак первоклашки. Порция пирога. Спасибо большое команде. Слово жюри. Так, дорогі друзі, гра почалася. І проходить вона досить динамічно. Напруження зростає, бо це фінал. Результати першого фінального конкурсу. Розминка. Маніфік Веселинів. 9 балів. Нова генерація Первомайськ. 7 балів. Справжні патріоти Очаків. 8 балів. Тарас і Бульба. Нова Одеса. 9 балів. А сейчас у нас с вами конкурс перевертышей. Все у нас перевертыши по пословицам. Молодой кот зря мяукает. Старый пес зря мяукает. Да, зря не гавкает. Кому что, петуху овес. Куртки просто. Молодцы. Выпустить свинью из сада. Запустить. Молодец. Умница. Мокрый апрель, сытый год. Сухий апрель. Нет, какие. Но если он сухой, то год. Сухий. Год какой будет? Ну, при мокром сытый, а при сухом голодный. И кот летом про двор думает. Зимку про Дим гадает. Холодный, вот они думают. Молодцы, спасибо. И тепло страшно, когда казачка старая. И холод. Все наоборот, и холод. Холод страшно, когда казачка молодая. Когда казак молодой. Собака рычит, гостей прогоняет. Кит мявкает. Собака гавкает. Кит мявкает. Ну и? А что она жила? Да, гостей зовут, правильно. С хозяином двор смеется, а с хозяйкой дом. С хозяйкой дом. Все наоборот. Плачет. Без хозяина. Без хозяина дом. Ну правильно, двор без хозяйки дом.
Перед нами хоть бурьян вырастай. А после нас хоть бурьян. Не, наоборот. Косы. После нас хоть трава не расти. У плохого хозяина и курица не несется. Курица. Петухи. И петухи несутся. Молодцы. Спасибо, команда. Позади матери в рай. Сделать из жука носорога. Сделать из слона. Так. За тремя медведями. За тремя зайцами. В своих ногах всегда кусок меньше. В своих руках. Кусок больше. Друг моего друга, мой враг. Враг моего врага, мой. Кто? Мой друг. Отлично, спасибо, команда. Кто в поле, а кто по снопам? Кто в лес, кто по дрова. Так. Мужик навоз, жеребцу тяжелее. Громче идешь, ближе не будешь. Если едешь дальше, будешь. Если б знал, где поднимешься, соломы б разбросал. Знал, где упал, знал, посетил. Так. Нашими ноздрями да дёготь есть. Вашими губами да мёд. Да, спасибо большое, команда. Дякую, можна сказати так, порадували. Прислів'я знаєте гарно. І тому команда «Маніфік» отримає 10 балів. Команда «Нова генерація» – 8. Справжні патріоти – 10 балів. Тарас і Бульба – 10 балів. А зараз у нас конкурс анекдотів. Найвеселіший сьогоднішній наш конкурс. Закінчити анекдот. Під Новий рік полуп'яні пчіли розоряли берлогу спящого медведя, при цьому викрикивая «Любиш медок, люби і…» Холодок. Холодок, молодці. Спасибо, команда. Закончите анекдот. Когда безделье переходит в основное занятие, за него начинают требовать... Денег. Да, денег, зарплату. Спасибо, команде. Закончите анекдот. В продаже появились пазлы для блондинок. Их продают в собранном виде, и их надо... Разобрать, да, спасибо. Закончите анекдот. Читатель жалуется, что в журнале слишком много рекламы. Пусть скажет спасибо, что у нас нет всплывающих окон. Спасибо большое команде. Слово наше. Ну что ж, команды повеселились на славу, так немножко размялись. И тем не менее к результатам. Команда «Манифик» 3 балла. Команда «Новая генерация» 3 балла. Команда «Справжні патріоти» 3 балла. И команда «Тарас і Бульба» тоже 3 балла. И у нас перший підсумок після результату, за результатами трьох конкурсів. Веселинівська гімназія, команда «Маніфік» має 22 бали. Команда «Нова генерація» – 18 балів. «Справжні патріоти» – 21 бал. І «Тарас і Бульба» – 22 бали. А зараз, дорогі мої, у нас один із найсерйозніших конкурсів – це конкурс «Що, де, коли». Для того,
Чтобы установить прочную связь между человеком и его ангелом-хранителем, важно, чтобы имя обязательно соответствовало этому. Назовите это двумя словами. Наша відповідь – День ангела. Вы молодцы. Спасибо, команда. Вам повезло, по-моему, с вопросом. В каком случае в борщ, сваренный на воде с добавлением подсолнечного масла и овощей, старались добавить рыбу? В какие дни? Четверг. Наш відповідь – четверг. Нет, подождите, мы подумаем. Так, ребята, ну вот жюри мне показывает, что вы дали ответ. Максим, я тебя правильно поняла? Ну, команда сказала, наша відповідь – четверг. Четверг. Теперь, внимание, правильный ответ в постные дни. А теперь жюри принимает какое-то решение. Принимает решение, что это неправильный ответ. Спасибо команде. Согласно одной украинской пословице, без него сухая беседа. Какой части тела его уподобляет другая пословица? Отвечай в микрофон, пожалуйста. Ответ – голова. Правильно, хлеб всему голова. Умница! Спасибо команде. Блестяще, просто блестяще. Затянуть его, ограничить себя даже в необходимом. Расслабить, позволить себе лишнего. Потерять его считалось позором. О чем идет речь? Ремень. Наш ответ – ремень. Нет. Пояс – это правильный ответ. Да. Молодцы. Слово жюри. Дорогие друзья, как сказала наша телеведущая Татьяна Александровна, это действительно самый сложный конкурс нашей интеллектуальной игры «Что, где, когда». Вы, конечно же, все проявляли свою эрудицию, логику, знания. И благодаря этому вам, вашим командам, принесло такие результаты. Итак, первая команда «Манифик» получила 3 балла, максимальное количество баллов. Вторая команда «Новая генерация», к сожалению, 0 баллов. Третья команда «Настоящие патриоты». Действительно, 3 балла получили максимальное количество. И четвертая заключающая команда «Тарас и Бульба». 3 балла. Молодцы, максимальное количество. Що відобрію росте, я народилась тут і пісню вам співаю про вітер і колосся золоте. Твоя дорога і велика, і славна, благословений кожен день і час, і зіронька немов. Прекрасна Ярославна, з надією все дивиться на нас. Гоя, гея-я-я, гоя, гея, гоя, гея-я-я, гоя,
сейчас у нас конкурс болельщиков. Ваши вопросы. Закончите мысль Буаста. Почти всякое зло творится под ложным предлогом добра. Добра. Добра, да. Закончите анекдот. Ребята, помните, все сказанное на экзамене может быть использовано против вас. Да. Закончите отрывок из творчества Винокурова. Совесть миру навеки награда, вечно жить ей в глуши, не глуши. Удивляться не низости надо, а безмерным высотам души. Отлично, спасибо команде. Закончите мысль Левинсона. Облысение – это процесс замены причесывания. Какой процедурой? Да, мытьем, умыванием. Закончите анекдот. Я слышал, ты разбогател. Как это тебе удалось? Я перевозил туристов на остров. Так вот, экскурсия туда стоила 100 гривен, а обратно? 200. Совершенно правильно. И последний вопрос. Закончите отрывок из творчества. Кто дело сделав ждет совета, тому не впрок ни то, ни это. А кто заранее обсудит, тот в дураках потом... Не будет. Отлично. Большое спасибо команде. Так. Остается у меня Очаков. Закончите мысль Эренбурга. Музыка, не упоминая ни о чем, может сказать... Обо всем. Да. Вставьте пропущенное слово в анекдот. Девушка, вы что, только из салона красоты? Да. И что там, пропуск было? Ну, что бывает иногда в магазине? Акции. Ну, иногда и парикмахерские магазины, когда нам нужны, к сожалению, бывают закрыты. Закрыто было, да. Закончите четверостишие Эдуарда Севруса. Все низкое в нас копится подспудно. Злорадство, зависть, ненависть и месть. В большом нас распознать довольно трудно. О мелочах мы все какие есть. Спасибо большое команде. Ну и где Новая Одесса, я вижу. Закончите мысль Хаксли. Опыт учит только тех, кто на нем учится. Закончите анекдот. Телемагазин. Антицеллюлитные брюки, всего $100. И весь город будет знать, что у вас... Целлюлит. Да. Закончите отрывок из творчества Винокурова. Законы моды прихотливы. Она скисает, словно крем. Ее приливы и отливы неуправляемы. Ничем. Спасибо команде. Совершенно правильно слово жюри. Чудову, дивовижну гру показали нам болільники всіх чотирьох команд. Вони дійсно продемонстрували свою яскраву підтримку і принесли своїм командам однакову кількість балів. Всі команди отримують від своїх болільників по 9 балів. А зараз у нас найпечальніший наш конкурс, який посвящається пам'яті замечательного чоловіка, блестящого ігрока Женечки Ларіонової. У вас на столах есть маленькие бумажки, вы делаете ставки от 1 до 4. И вы готовы либо добавить к своему результату это количество баллов, либо потерять. Ставим. Делаем ваши ставки, господа. А сейчас, внимание, вопрос. Святой Петр окончил свою жизнь на кресте. Чем его казнь отличалась от казни его учителя Иисуса Христа? Время пошло. Нет. Это я делать не буду. А теперь, внимание, правильный ответ. Он считал себя недостойным умереть, как его учитель, и попросил распять себя вниз головой. Ребята, после таких бурных обсуждений, такого замечательного сектора Ларионовой,
Наша жюри долго считала, что же делать с четвертой командой Новой Одессы, Тарас и Бульба, и все-таки решили засчитать ребятам в их пользу. Поэтому они получили 3 балла. Свои заслуженные 3 балла. Но, к сожалению, остальные наши 3 команды не справились с этим сложным, с очень сложным заданием. Скажите, сколько у них отняли? Значит, первая команда «Манифик», у них отняли минус 2 балла. Новая генерация минус 3 балла. Настоящие патриоты также минус 3 балла. И только команда Тарас и Бульба получили плюс 3 балла. Свою копилку, молодцы. Нужно уметь доказать. Вы справились. И итог перед сектором риска. Команда «Манифик» 32 балла. Команда «Новая генерация» 24 балла. Команда «Настоящие патриоты» 30 баллов. И команда «Тарас и Бульба» 37 баллов. Ребят, значит, сейчас мы приступаем к сектору риска. Я обращаю внимание команд. Команда обсуждает и дает один ответ. Берет в руки микрофон и говорит: я отвечаю. Один ответ, не два, не три. Не мы подумаем, команда дает ответ, ведущий читает свой ответ, и жюри голосует. И я предупреждаю, что эти вопросы и тяжелые, и неравнозначные, потому что это сектор риска, и это финал. Пожалуйста, будьте внимательны. Вы выбираете сейчас конверт, даете мне. Хорошо. Это знаменитая украинская оперная певица. В конце жизни была профессором Львовской консерватории. Назовите 3 словами награду, которую выпросила по совету матери за свой танец у царя Ирода ее библейская тезка. Она в театре работала. Какую награду она могла? Ладно, ее библейная тезка. Есть слова? Тихо. У нас нет слова. Вообще капец. Не знаю, что. Команда, ответ, пожалуйста. Совсем нет ответа, да? Ну, известнейшая певица Соломея Крушельницкая с библейским именем. А Соломея, дочь Иродиады, по просьбе своей матери попросила у Ирода голову Иоанна Крестителя. А Чеков выбирает свой конверт. Ваш вопрос. Каждый, кто приходил в хату во время купания новорожденного, должен был сделать с купелью то, что иногда мы делаем по отношению с фонтаном. Что же именно сделать? Ну, да, чтобы вернуться. Ну, а монетки на удачу еще дают, как ребенок новорожденный. Может, обязательно купить, может, это другого кидали. Почему? Так, наш ответ – бросить монетку. Бросить монету – правильный ответ. Веселинова тянет свой конверт. Какой? Первый, четвертый. Хорошо. Поставьте микрофон в центре, чтобы вам удобно. Ваш вопрос. Опять посвященный теме духовности. В чем проявилось влияние христианской церкви на празднование Масленицы? Христианская.
Наша відповідь: християнська церква відмінила деякі язичницькі звичаї, наприклад, спалювання чучела. Нет. Значит, христианская церковь ввела традицию в прощенное воскресенье просить друг у друга прощения. Очень небольшое влияние, достаточно языческий праздник, но вот это влияние христианской церкви. Среди его картин Иван Грозный и сын его Иван, бурлаки на Волге не ждали и другие. Не спеши. Назовите его картину, известную каждому украинскому школьнику. Казаки пишут письмо турецкому султану. И это правильно. Молодцы. Слово нашему жюри. Отже, увага. Ви ризикнули і перемогли. Справжні переможці перемогли. Тому команда «Маніфік» Веселинівської гімназії від своїх 32 балів мінус 7. На жаль, але ми вас вітаємо з грою. Маєте 25 балів. Команда «Нова генерація» місто Первомайськ. 24 мінус 7. 14 балів. Місто Очаків. Справжні патріоти. 30 плюс 7. 37 балів маєте. Тарас і Бульби, Нова Одеса. Було 37. Плюс 7. Маєте 44 бали. І через хвилинку буде церемонія нагородження і оголошення переможців. Увага! Подякую Департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації за четверте місце у фіналі обласного онлайн-турніру інтелектуальних ігор оголошується подяка команді Первомайської гімназії «Нова генерація» та призи від «Приватбанку». Будь ласка, подяка. За третє місце у фіналі обласного онлайн-турніру інтелектуальних ігор оголошується подяка команді Веселинівської гімназії «Маніфік». Так, і сертифікат. Значить, пожалуйста. Четвертое место. Подойдите, пожалуйста, команда, занявшая четвертое место, капитан. Вот четвертое место. Вот. Значит, каждый игрок получает по 20 гривен на карточку. Так, команда, занявшая третье место, где? Вот. Значит, каждый игрок, включая болельщиков, у кого, конечно, карточка есть, по 30 гривен от юниор-банка получает. Так, второе место. Подякую департаменту освіти та призами. Нагороджується команда Очаківської ЗОШ номер 2 «Справжні патріоти». Друге місце! Вот у вас такие интересные призы, чтобы вы занимались активной жизнью спортивной. И по 50 гривен получает каждый член команды, включая болельщика. Вот «Приватбанка». Большое спасибо. Увага! За перше місце у фіналі обласного онлайн-турніру інтелектуальних ігор оголошується подяка Департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації команді Новоодеської гімназії «Тарас і Бульба». Вся команда, подойдіть, будь ласка, в повному составі. Вся команда и болельщики. Значит, сертификат по 100 гривен каждому человеку, у кого есть карта. А сейчас, пожалуйста, тренеры, все болельщики.
Так, дорогие дети, от Приватбанка. Каждый член команды, так, распределяй, пожалуйста, дальше. Так. Сколько болельщиков в команде? Болельщиков. С тобой 4, да? Вот, значит, у нас тут... Берем-берем. И вболівальники теж отримують да, призи. Так, і всі вболівальники. Де ваші вболівальники? За підтримку. Так. Всі болельщики, подойдите, пожалуйста, сюди. Подойдите, подойдите. Ольга і Сергій, пожалуйста, подойдите сюди. Пусть вас увидять. Ваші призи. Так, фотографи, ви там успіваєте? Деньги у нас там є. Так, ребята, сфоткайте, пожалуйста. Вийдіть, будь ласка, на хвилину. Так. Увага. Нагородження на цьому не закінчується. Тетяна Олександрівна, будь ласка. Зараз ми відпустимо чекати. Департамент освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації оголошує подяку Макароновій Тетяні Олександрівні, постійній ведучій всіх ігор нашого обласного турніру, керівнику клубу інтелектуальних ігор Університету Україна за сприяння та проведення обласного онлайн-турніру інтелектуальних ігор, що деколи. Спасибі, Тетяна Олександрівна.